Всем привет, друзья! Не могу вам не показать черешню, которая называется крупноплодная. Смотрите, какие огромные ягоды. Я стою на лесенке, пробую дотянуться, бо снизу все уже съели. Это на верхушке. На моей огромной руке вот 4 черешенки помещаются в руку. Классный очень сорт. Очень их было много. Смотрите, верхушку я спилял. Не могли достать. Да и не хочу, чтобы это дерево выросло очень огроменным. Это еще не оборвали. Вон, видите, очень много на ветке. Сейчас я слезу и покажу вам эту черешенку на солнышке. Какая она красивая. Вот, посмотрите. Красота. Темная ягода, очень крупная. Сейчас покажу мякоть. Уже спелая. Такая она тоже ярко-красная. Можно консервировать компот и просто на варенье. Она просто обалденная. Вот такое деревцо. Не сильно оно у нас большое. 4 года этому дереву. Я срезал верхушку, чтобы она не сильно высоко лезла. Созревает она в середине июня у нас в Днепропетровской области. И я вам скажу, что хорошо она висит. В этом году нету червячков. Я обрабатывал актеликом. И нету у нас червячка. Она крупная, сладкая. Дочка моя Милана очень любит ее. Как для среднеспелой черешни, очень такой неплохой сорт. В первую очередь из-за крупности. Здесь все мы уже съели. Как видите, ни одной черешеньки нет. А на верхушке еще есть. Будем по лесенке доставать ее. Так что, кто интересовался такой черешней, сорт крупноплодная, обязательно ее посадите. Она реально очень крупная и очень вкусная. Давайте для сравнения я сорву обычную желтую черешню, которая называется желточек, у которой плод, не плод, а ягода, стандартная, ту, которую мы привыкли видеть. Вот я рву. Посмотрите размер. Вы видите разницу, да? Давайте как-то повернусь. Сколько раз больше. Это обычная черешня, как ранее, то, что поспевает майка, другие сорта, и крупноплодная. Она в 2 и даже в 3 раза больше. Вот даже уже это гнилая. Я сорвал, уже начала гнить. Ну, перезрела она. Так что посадите. Супер черешенька. Всем советую.